Приветище, это Лего Фортнайт, и сегодня мы отправимся в ледяной зимний биом. То есть туда, куда-то туда, где много снега. Но прежде чем туда пойти, нужно подготовиться. И, собственно, сейчас я тебе расскажу, для чего мы туда пойдем. Для того, чтобы прокачать наше поселение до 9 уровня. Нам для этого понадобится обсидиан, который можно достать из ледовых пещер. Вот такие-то дела. А чтобы выжить в зимнем биоме, нам понадобятся амулеты от холода, которых у нас нету, и делать мы их пока не умеем. Но мы можем приготовить блюда, например, бургеры, которые хорошо помогают сопротивляться холоду. Мы сейчас сделаем, наверное, 3 штуки. Еще 3 штуки у меня в загашнике. Все ингредиенты, которые для бургеров у меня были, я оставлю здесь. Все-таки не зря у меня тут тумбочки. Так что мясо, молоко, муку. Вот, самое главное, муку. О, Бананза, привет! У тебя есть что-нибудь для меня? Как работа вообще? Удобрение, пшеница, шок. Он постоянно какую-то фигню приносит, поэтому надо назначить его на новую должность. Мне нужна сейчас работа по обработке. Плавить металл, собирать самоцветы, создавать ткани. Вот, ткани, ты будешь моей главной швеей. Банан, который шьет, так что занимайся тряпками. Может, благодаря твоей помощи я смогу сделать себе в гостиницу диван. Бургеры у нас уже готовы, взять их. Ты посмотри, банан уже тут нам ковры шьет. Молодчик. Конечно же, нам нужен еще новый амулет здоровья, который дает 3 сердечка и 5 защиты. Делаем хотя бы 1, потому что с ним будет гораздо проще там выжить. Надеваем сюда. Вот для чего мы собирали клык волка. Чтобы сделать редкую кирку. Ох ты, нифига себе, я кирку-то сделал, а она у меня вывалилась из кармана, потому что места не было. Стоит такая тут, поблескивает, как я ее вовремя заметил, а то бы ушел без нее. Ой-ой-ой-ой-ой, случайно кинул динамит прямо себе под дом, и что? Капец. Я хотел съесть еду, а кинул динамит. Облазался я немножечко. Настало время опробовать изумрудную кирку. Посмотрим, как быстро она ломает. О, прилично быстро. Мне уже стало жарко, елки-палки. У меня есть что-нибудь от жары? Нет, я все выкинул. Я вообще молочек. Я не подготовился полностью идти в пустыню. Я подготовился идти в зимний биом. Ладно, не страшно. Мне буквально чуть-чуть надо янтаря. Если прошлой киркой я наносил по 6 дамага янтарю, то теперь по 9. Это, я хочу сказать, приличненько. Ох ты, кого я встретил-то тут! Фейка, ты можешь меня подождать? Я хочу пострелять в него. Акула только... Оу, больно. Интересно, смогу я его уволить? Волк, да ты-то куда лезешь вообще? Вот и нет волка. Он сам виноват. Оу! Это больновато, я, пожалуй, побегу. Я вообще бежал за феей. Блин, куда? Мимо. Бежим дальше. Не будем нервировать этого психа. И он все равно довольно мощный, несмотря на мое количество здоровья и защиты. Ха, я, кажется, знаю, куда меня фея ведет. Вот к этому сундуку. Сейчас я до нее только доберусь. И все станет на свои места, да? Ты же меня туда ведешь? Я же правильно понял? Да по-любому туда. Сейчас, кажется, разберись с этими бандюками, и этот сундук будет твой. Да легко, на изи, я сейчас их пробью. Ну, открываем сундук. Ну такое. А китка-то хоть целая, но... Тогда выкидываем ее. Ну что, я думаю, бугайчик. Попробовать еще раз. Попробовал. Надо сюда свою толпу друганов привести. Кстати, а где динамит? Как насчет динамита? Лови. Лови динамит. Ну-ка. Да, не густо. Но если бы у меня было больше динамита, я бы, скорее всего, ушатал бы его.
Арбалет почти сломался. Есть идейка на него напасть сверху. Вот так вот. Кия, я промахнулся. Уходим. Мимо. Ворот! Нифига себе, чуть не сдох. Я чуть не сдох. Вот это я Рэмбо, блин. Серьезно. Надо пожрать. Надо пожрать. Он там где бродит? Где-то под низом. Я чувствую вибрацию. Я здесь уже. Он поднялся, зараза. Это плохо. Сейчас я сожру все куски мяса, и может быть я его ушатаю каким-нибудь макаром. Доломаю уже свой арбалет. А надо в голову стрелять, кстати. Или в глаза, может быть, ему. Ай! Засранка. Кстати, в голову стреляешь, и бесполезно. Может, в рот ему надо, когда он рот открывает? Сейчас попробую. Открой ротик. А, без толку. Но пол хп я ему уже снёт. Все, сломался мой арбалет. Нужно доломать и вот этот тогда. У меня же есть щит, я про него забыл. И не простой, а изумрудный. Вот и ночь настала. Сейчас скелетоны полезут, наверное. Да что ж ты будешь делать? Я не могу предугадать, когда он плюется. Я все стрелы свои выпустил в него. Все, арбалет сломался. Идем воевать с мечом. Все, он плюнул, можно прыгать. Вот так вот. Мимо. Мимо. Подбегаем. Поворот. Что ты мне сделаешь, если я щитом? Ага, вовремя я упрыгал. Кислота. Еще кислота. Как быстро он ее кидает. Но в целом вроде не так страшно, да? Щит. Я не поставил щит, но он промахнулся. Щит! А, нет, он по щиту бьет. Ворот! А, задел. Щит. Щит. Щит сломался. Офигеть, изумрудный сломался. Но у него и так прочности было не очень круто. Много. Я же его поломанным подобрал. Блин, скелет. Ладно. Скелеты, нападайте вон на того чувака, не на меня. Сейчас. Надо пожрать еще мяско. А я хотел своих дружбанов позвать, завалить его. Но думаю, что сейчас я один справлюсь. Должен один справиться. Мазит он. Ой, конкретно мазит. Кавабанга! А кто его бьет? Почему у него так мало здоровья? У него что-то отнимаются они. Ох ты, промахнулся я. Не увернулся вовремя. Ай-яй-яй-яй-яй, пора бежать. Пора бежать. Ага, скелет его там мочит потихоньку. Это мне на руку. Вот моя подмога. Ой, удачно я встал. Он до меня здесь не докинет. Еще чуть-чуть осталось. Совсем чутка. Бегу. Да, я его укокошил в одно лицо. В одну свою жирную харю. Хо-хо-хо. Вот ты первый босс поражен. И чешуйка это очень важную роль сейчас сыграет. Пойдем. Пойдем скорее домой. Приветики, ты кто? Это что, рыба из Спанч Боба, что ли? Карась ко мне пришел. Здорово. Карась как бы говорит своим взглядом. Я карась. А, он как и банан не умеет болтать. Новый друг Лешего. Ура. Карась подтягивается, устало садится и расслабляет руки. Мне такие немые не нужны. Товарищи, у меня банана хватает. Значит, смотри. Для чего нам чешуйка? Она нужна для улучшения верстака до эпичного. И вот теперь она у нас есть. Осталось только достать медный слиток и обсидиановый блок. Потихонечку к успеху двигаемся. Ну что, начнем зачаровывать предметы. Начну я, конечно, с кирки. Хочу прочности повысить. Ей, зачаровали. Субстанция прочности имеется. Можем еще раз зачаровать, то есть по три раза зачаровать. И давай зачаруем на здоровье наш меч. Чё по банану? Ткань есть? Бананза. Шелковая нить. Нить из плотной шерсти. Бичёва. И шерстяная нить. Ага. Тут вроде как ткани. Шелковая ткань, шерстяная ткань. Где ткань-то? Банан. Давай ткани мути. Нафиг мне нитки твои. Продолжаем зачаровывать мою кирочку. Все ресурсы собрал. Можно целых три раза ее зачаровать. Теперь я беру палка из кактуса.
и иду делать себе изумрудный арбалет. Потому что прошлые я все поломал. Ребятки у меня тут что-то отдыхают, думают. Можно с ними затусоваться. Е-е-е, танцы-шмацы. И рыба прибежала тоже поддержать нас. Ну все, потанцевали и хватит. Ну вот и все, я подготовился к ледяному биому. Теперь можно туда и сходить. Хотя кто сказал сходить? Нет, мы туда поедем. Приступаем к сбору нашего болида здесь, потому что поедем мы в ту сторону. Я так посмотрел, хотя либо туда можно поехать. Туда мы точно не поедем, там лес, очень много деревьев. И скорее всего мы не проедем, поскольку руля у нас нет. Можем ехать только напрямки. Итак, динамическая платформа. Путешествуйте с ветерком, прикрепив шарики, колеса и двигатель. Блин, а может быть шарики прикрепить? А, шелковая ткань нужна для них. Все, я понял. Шарики не вариант. Банан нам еще шелка не наделал. Хотя надо у него спросить. Платформа есть. Банан, ты там шелк нам не сделал случайно? Шнурок и бечевка. А, нет, спасибо. Продолжай работать. Нам это не нужно. Что ж, ладно. Прикрепляем теперь колеса. Едем, значит, на колеса. Надо, может, побольше колеса. Ну-ка, вот эти. О, да, вот эти намного крупнее. Сейчас колеса переделаем. Нам нужны вездеходные. Все-таки дорог тут нету. Нифига себе, как платформа катается. О, прикольно. Забавненько. А вот, кстати, насчет больших колес. У меня только чисто на маленькие колеса осталось. Что ж, тогда спереди будут маленькие, а сзади будут большие. Такая гоночная платформа получится у меня. Разворачиваем ее. А, теперь когда она на колесах... Да нет, она в принципе все равно катается. Мне кажется, или немного кривовато, да? Надо вот это колесо поднять. Во, теперь ровно. Но колеса немножко не по оси стоят. Да и ладно, пофиг. Делаем теперь реактивный двигатель. Я думаю, что маленького. Маленького нам хватит вполне. Вот сюда его крепим. И переключатель нужен, чтобы этим двигателем управлять. Вот, в принципе, и все. Осталось теперь все это дело как-то развернуть в ту сторону. О, ребята, вы откуда пришли? Вы куда ходили толпой? У вас есть секретное место, о котором я не знаю. Засранцы. Я вам тут, значит, кров, питание, кровати даю. А вы от меня секреты таите, да? Блин, как же мне теперь тебя развернуть-то, как поднять? Фигово, конечно, когда руля нету. Вообще прям фигово. Может, я сейчас колесо одно уберу и попробую толкануть? Нет, так не получится. А теперь? Вот, отлично, мы разворачиваем, значит, мою повозку. Я на нее прыгаю. И мы почти едем. А если я врублю... Юху, мы едем. Мы едем или не едем? Что-то как-то мы плохо едем, по-моему, да? Ладно, отключу ее пока. Еще раз разворачиваем. Вот, встало как надо. Делаем колесо. Отлично. И посмотрим, хватит ли мощи этого двигателя маленького. Ну, в принципе, едем, и здорово. И очень здорово. Конечно, я бы на своих двух быстрее все это сделал, но ладно. О-оу. О, закончилась ракета. О-оу. Нифига себе, она здоровые камни ломает. Прикольно. Врубаем нитро, 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 едем дальше. Блин, а как поворачиваться-то? Я просто качусь с горки тупо. Это не очень круто. Надо придумать механизм поворота. Ну а пока я этого не придумал, буду по старинке разворачивать свою тачку. Нифига себе, он сломал все. Ты обалдел? Надо это все забрать срочно. Ах ты негодяй. Ай-яй-яй. Я все-таки уклонился. Простой, обычный колобок сломал мою повозку. Где это видно вообще? Так, я деталье все собрал вроде бы. Ну да.
Ну, с другой стороны, он облегчил мне задачу. Я все-таки на своих двух быстрее доберусь. О, паутинка. Паутинка обязательно мне нужна, чтобы делать шарики. Точнее, вначале делается нитка, а потом делается шелковая ткань и потом шарики. Все-таки на своих двух я быстрее дошел до ледяного биома. Совсем чуть-чуть осталось, скоро я начну мерзнуть. А вот уже снег начинается. Вот мы и пришли. Самый холод. Достаем бургер. Хаваем. Какой он здоровый, больше, чем моя башка. Как он в рот-то влезает. Вот, добавились сердечки. И 10 минут мы можем спокойно тут ходить. И не мерзнуть. А там, смотри, босс ходит ледяной. Ух, как мне на них сегодня везет-то, а. Он крутой, но очень опасный. А это что за животное? Это ледяные коровы? Пойду я подальше от греха отсюда. Кажется, меня впалили. А, это не меня. Ну и хорошо. О, дом! Дом, отлично. Это не то, что я искал, конечно. Я искал здесь пещеру какую-нибудь ледяную. Но в дом я, пожалуй, заскочу. Может, тут есть сундук с чем-нибудь важным? Не, прикинь, тут ничего нет, кроме динамита. Ладно, возьмем бочку с собой, будем защищаться ей от монстров. Как кого-то увижу, я просто кину бочку и все. Снова коровки. Необычные коровы, интересно, они больше молока дают, чем те? Может быть, у них морозное молоко? Так, выкину бочку. Прикольно. Бочка динамита может разрушить даже камень. Ну, в принципе, что логично. Корова, привет. А чего вы сюда прибежали-то? А, они за ягодой и за травой пришли. Ништяк, они сейчас поедят все это. А что это мне холодно? А, ночь наступила, и мне чертовски холодно. Тогда надо достать... Вот, что, факел. Давайте, ешьте ягоды и давайте мне молоко. Кушайте, кушайте. Блин, все равно холодно. Придется, походу... А это что такое светится? Ой, ледяные... Капец, тут все ледяные выскочили. Ледяные скорпионы, ледяные волки. Мне срочно надо найти пещеру. Там костер есть. Это здорово, с одной стороны. Я мог бы погреться, но с другой там, наверное, сильные противники греются. Да, конечно, даже бургер и факел не спасают от этого ледяного холода. Опа, скелеты. Где долбаная пещера? Какого ты танцевать начал? О, у них мечи крутые. Блин, они очень больно бьют. Куда я полез вообще? Куда я полез? Где мой арбалет? Ай, камни кидает. Арбалет, иди сюда. О, арбалет хорошо справляется. Даже против каски. Мне нужен изумрудный меч. Иначе я тут со своим мечом вообще не справлюсь. Меня убили, прикинь. Я в дерево воткнулся, задом шел, и меня убили. О! Абзац, я проснулся дома у себя. Теперь придется бежать и все это собирать обратно. Почти дошел. А тут, блин, пауки. Валяются чьи-то клыки. Эпические. Ледяные волки тут рядышком. Абзац, абзац, абзац. Пауки, грызите волка. Не бегите за мной. А-а-а. Попадос, попадос. Полетели. Дельтаплан. Ёлки, раскрой свой дельтапран. Пран. Не раскрывает, засранец. Фух. От меня отстали. Слава тебе, Господи. А, волк там на овец отвлекся. Скелетов сейчас, по идее, не будет, потому что день. Я спокойно сейчас пойду и заберу свой рюкзак. Вот он, миленький, лежит. Все-таки ледяной биом — это очень опасное место. Где там факел-то мой? Вот так-то. Что ж, продолжаем искать пещеры. Залез на какую-то горку. Вон, кажется, вон там может быть пещера. Полетели.
И да, это оказалась пещера. Пошли. Мне буквально чуть-чуть обсидиана нужно. Пожалуйста. Мне грозит обморожение? Нет! Нет, это очень плохо. Нужно разжечь костер. Срочно костер, 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 костер. Вот так получше будет? Получше будет. А это что такое? Какого черта тут вообще происходит? Ты кто такой? Что это за крыса такая огромная? На волка, конечно, похоже, но... Где мой арбалет? Сейчас посмотрим, сколько я урона ей нанесу. О, я даже с этого арбалета не могу. Вам грозит ожог. Определитесь уже, обморожение или ожог мне грозит. Ай-ай-ай, я к ней близко подошел. Но я, в принципе, могу ее ушатать, своего арбалета. Стрела у меня в достатке. Она бы еще стояла, чтобы прям в морду стрельнуть. О-оу. Она сломала. Она сломала мой костер. А это значит, что я сейчас буду обморожением страдать. Я сдох в пещере. Блин! С одного укуса. Как же здесь жестоко. Нафиг этот ледяной биом морозный. Куда я вообще поперся? Опа. Какой-то взрыв только что произошел. А это говорит о том, что сейчас откуда-то должен шарик прилететь. Воздушный. Вон он летит. Я вижу его. Бежим к нему. Интересно, что там могут мне сейчас привезти. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Открываем. Ой-ой-ой. Мука, динамит, стрелы. Ничего путнего. Ух ты. Я нашел ледяную пещеру, которая стоит на границе с летним биомом. Прикольно. Сюда даже добираться проще, чем до той пещеры, где я сдох. А до нее осталось совсем чуть-чуть. Вон на гору подняться и все. Сейчас я съем тут. Перчик. А волкам, кстати, хоть бы хны. Им пофиг на мороз. Конечно, они же в шерсти. Блин, тут еще волчар ледяной. Все, захожу в пещеру. Быстренько хватаю рюкзак и валю оттуда. Главное, чтобы там не оказалось этой костлявой твари. Костлявая тварь. Кажется, и тут нет. Все, валим отсюда нафиг. Ава! Мы выбрались! Аллилуйя! Теперь залезть повыше. И нафиг... О, метель начинается. Ночь начинается. Надо сваливать отсюда. Сейчас, 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 сейчас. Запрыгиваем на камушек и полетели. Давай! Ну, блин, чертов дельтаплан. Плохо работает. Очень плохо работает начальником. Бежим. Надо бургер съесть. Капец. Ой, 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 плохо ма нама. Насяника. Очень нема, плохо нама. Тут же они меня не достанут, правильно? Так, факел, срочно факел. Бургер, жрем. Черт, это очень печально. Как в самом страшном фильме. Забрался на дерево или на какую-нибудь возмышленность, а внизу волки бегают, которые хотят тебя сожрать. Что ж, у меня есть арбалет. И меч. И динамит. Пока что вроде не сильно морозит. Сейчас попробуем по черепушке. Мимо. По черепушке не получается попасть. Еще долго перезарядка. Где? Вот, отлично. А, нифига себе, они крепкие. Крепыши. Если я тут с волками-то не могу разобраться, что я забыл в пещерах тогда, да? Логично же. А куда мне бежать вообще надо? Вон туда, наверх. Просто... Ух ты, елки! Какого черта? Какие грозы зимой? Снег идет, грозы долбят. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Бегу за стрелой, забираю. Ой, ух ты, елки. Валим отсюда нафиг, чертовой матери. Что происходит? Апокалипсис какой-то начинается. Сейчас 4 всадника скоро еще появятся. И конец этому свету. О-оу. Старого другана встретил. Ну, я, слава богу, вышел к лету.
Мимо. На тебе в черепуху. Я бы, на самом деле, с ним поборолся бы. Странно, что его стрелы не остаются на земле. Мимо. Блин, а прикинь, я его сквозь каску не могу пробить. Каску. А, это нифига не летний биом. О чем я? Размечтался. Сколько скелетов. Так, ну я же бегу в правильном... Да, вон туда вот мне надо. А река тут замерзла, я бы через речку бы еще попер. Сейчас посмотрим, замерзла она или нет. По-моему, нет. Но в воду суваться не хочется. Капец, как не хочется. Опа. Че смотришь? Ага, камни в меня кидать будешь. Вот так вот я. Че, волки? Волки, вы же не любите скелетонов! Воюйте друг против друга. Смотри-ка, они снюхались. Черт. Мне бы пригодилась твоя каска, либо меч. У него же еще железный меч есть. А это здорово. Ништяк. Пойду щит возьму хотя бы. Деревянный меч? А, нет, длинный меч какой-то. Запрыгиваем обратно. Смотрим, что там за меч. В смысле, мне казалось, у него металлический был меч. А тут такой же, как у меня. О-о-о, смотри, битва. Скелет против волка. Вон, смотри, какой у него меч. И выпал длинный опять-таки. Не жри там ничего. Не восстанавливай себе ХП. Скотина. Сейчас и волков обстреляю. Опа. Кто это стреляет? О, там еще один товарищ подбежал. Скелетон. Да? И у него металлический арбалет. Блин, я думал, он мне поможет, а нифига. Так, щит взял. Меч не берется. Видимо, места нет. Че там? Да, место... О, изумрудный, отлично. Но я сейчас не могу ничего... Все, дождь закончился, здорово, метель закончился. Я сейчас не могу больше ничего взять. Так, хотя могу, если вот это выкину. Пойду длинный меч возьму. Все, солнце вышло, и все разлетелись. Ребята, я вернулся. Там такая жопа была. Пойду, короче, на свою кроватку, подремлю, восстановлю ХП. На сегодня это все. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть дальнейшее прохождение, то не забудь поставить лайк под видео. Прямо вот сейчас спускайся вниз, ставь лайк и подписывайся, если ты еще не подписан. И тогда мы вновь увидимся в новом видео. Так что до встречи.